Мы с этим согласны, вносим еще. Ну, Роман Петрович, да? То есть вот по этому участку вам понятно, что мы его уменьшаем, увеличиваем проезд? Нет, я на прошлом штабе слышал, что мы должны здесь расширить проезд, установить дорожный сбор. Но Соша мне сказал, что мы это не делаем. Речь идет, здесь нужно сделать расширение участка, то есть получается уменьшить, да, чтобы можно было уменьшить аварийную ситуацию на этом участке. Здесь сегодня машины идут притирочку, и здесь есть также и дорожно-транспортные происшествия, пусть они небольшие, но они есть. Вот о чем. И команда уже была дана. Почему еще сомневаетесь? Сомневаюсь, потому что дорогу мы не ремонтируем, бордюра здесь у нас нет. У нас будет ямочный ремонт, мы заремонтируем. Речь идет больше сюда, на перекресток, когда это уже очень долго не зайдет. Если мы сейчас это не сделаем, мы никогда не сделаем. Поэтому есть возможность расширить, я давал команду, предложение, имеется в виду, внесение проекта. Вопросы какие есть? Это элементарно делать. Тут всего 1,5 метра. Вот этот участок. Вот по задней. Вот. Те проблемы. Нету проблем абсолютно. Проектное решение. Готовьте на изменения. Хорошо. Дальше. Вы отправите, вы